Добрый день, дорогие друзья! С вами Олег Кудря из Одессы и интернет-магазин Global Intergold. Для тех, кто смотрит это видео первый раз и не понимает, что такое интернет-магазин Global Intergold, скажу пару слов об этом. Магазин Global Intergold работает 9 лет и занимается продажей золота 4/9 24 карата в слитках от 1 до 100 грамм. Также с 1 декабря 2018 года компания Geek Capital Ltd, которая является владельцем интернет-магазина, выпустила собственные ценные бумаги. Каждый клиент магазина и любой человек в любой точке мира может приобрести ценные бумаги и потом получить сертификаты, которые подтверждают то, что этот человек является владельцем этих ценных бумаг. Вот у меня в руках этот сертификат. И стоит заметить, что ценные бумаги показывают очень хорошую динамику роста. За один год они выросли на 200%. То есть ценная бумага в начале, в декабре 2018 года стоила 10 евро, сейчас она стоит 32 евро. В этом видео я покажу, как правильно и где найти эти договора, как их скачать, подписать, загрузить. И если вы сделаете все так, как я скажу в этом видео, у вас все получится с первого раза, и вы не будете очень долго заниматься этим процессом. Итак, ребята, мы начинаем. Для начала вам нужно войти в свой кабинет Global Intergold, ввести логин, у меня в этом случае турист 1977, и свой пароль, и нажать «Войти в кабинет». После того, как вы попадете на главную страницу, вам нужно выбрать в правом верхнем углу слово «Фрактал» и нажать на программу «Фрактал». Теперь выбрать «Мои контракты». Стоит заметить, ребята, что каждый контракт, который вы открываете, сначала выкупается, компания дает выкупить 10% с этого контракта, дается год времени, чтобы вы выкупили остальные 90% с этого контракта. Если вы их не выкупаете, в конце года вы остаетесь владельцем того количества ценных бумаг, которые вы выкупили за год. Если это всего 10%, значит, вас ваши 10% бумаг и остаются. Первые два договора, я на них уже получил сертификат. Вот он, этот сертификат на 67 ценных бумаг, который я вначале выкупил, опять же, первые 10%. Меня интересует вот контракт с последними цифрами 25. Я нажимаю на слово «Принято» с правой стороны. И здесь у меня есть такая интересная информация, что 31 января, то есть, извините, 4 января я выкупил ценные бумаги на 111 евро. Это 5 ценных бумаг, это 10% от суммы всей заказа. Вот вся сумма заказа 1000 евро. Для того, чтобы получить сертификаты, мне нужно скачать соглашение с компанией. В этом случае это SALE Agreement. Подписать его и загрузить. Чуть ниже есть инструкция, где написано, чтобы зарегистрировать ценные бумаги в депозитарии, вам необходимо скачать SALE Agreement, подписать его и загрузить на платформу. Следуя инструкциям, первое – скачать, второе – распечатать документы и подписать его, и третье – загрузить фотографию или отсканированную копию документа, используя соответствующую форму. Итак, ребята, для начала мы нажимаем на слово «SALE Agreement». Открывается наш договор. В этом договоре описано, что мы сделали предоплату, мы купили на 10% ценных бумаг. Все это идет на английском языке, и вы видите, вот стоит такая полоса, над полосой вам нужно будет расписаться. Итак, мы скачиваем этот документ. Скачать. Нам предлагает компьютер сохранить ее в какой-то папке. Мы открываем папку нашу с договорами. Вот он, Кудря Олег, контракты. И сохраняем этот документ. Итак, ребята, после того, как мы его сохранили, нам нужно его, этот документ, распечатать. Мы его распечатываем и подписываем.
Итак, находим sale agreement, подписанный мной. Вот этот документ. Смотрите внимательно. Документ мною подписан. Подпись должна быть точно такая, как вы расписываетесь в любом вашем документе. Паспорт. Если вы загружали сюда копии своего паспорта, значит, вы должны подписываться точно так, как в паспорте, ребята, черной пастой. Потом вам нужно подписанный документ сфотографировать, либо отсканировать. Если вы будете фотографировать, как делает большинство партнеров, прошу обратить внимание на то, что фотография должна быть качественная. Что это значит? На фотографии должен полностью помещаться весь договор. Это первое. Все буквы должны быть легко читаемы, то есть должна быть в этом документе, на этой фотографии должна быть четкость. Для того, чтобы проверить, есть ли четкость на документе, вы можете увеличить свой документ и посмотреть, если буквы видно нормально, если не читаем, значит документ подходит. Я вам сейчас покажу плохой документ, сфотографированный в плохом качестве, для того, чтобы вы понимали. Смотрите, вот с виду нормальный документ, полностью он помещается на этой страничке. Но если взять и немножко увеличить масштаб, то есть взять его и сделать немножко больше, смотрите, видно, что буквы, они не видно их четко, они расплываются. Так вот, ребята, с большой вероятностью вам могу сказать, что компания такой документ не примет. Вам нужно перефотографировать в хорошем качестве. Итак, скачали, подписали документ и, смотрите внимательно, загрузили вот сюда в окошко подписанный контракт. Я сейчас этого делать не буду, потому что у меня загружено. Вот смотрите, вот сюда нажимаете «Загрузить», вам выдает окошко, выбираете этот документ, вставляете и загружаете. Итак, ребята, после того, как вы загрузили первый документ, sale agreement, компания его принимает, вам потом предлагает магазин скачать другой документ, который называется Promissory Note. Нужно сделать те же действия. Нажимаете, скачиваете документ и подписываете. Вот я вам сейчас покажу мой подписанный документ, Promissory Note, тоже, опять же, он должен быть в очень хорошем качестве, как здесь на этой фотографии, все буквы хорошо читаемы. После того, как вы в соответствующее окошко загрузили вот этот документ, Promissory Note, и компания его принимает, документы идут на проверку в депозитарий. После этого вам компания присылает сообщение, в котором просит вас указать адрес, на который вам доставить ваши сертификаты и ваши подписанные договора. И потом вы получаете где-то с момента подписания, написания адреса, куда вам доставить, где-то через максимум 7 дней вы получите свои подписанные и вам, и компании документы. Я вам сейчас могу показать свои подписанные. Вот смотрите, этот документ, который я загружал, только здесь уже есть подпись представителя депозитария. И также есть sale agreement, тоже документ, подписанный и мною, и с другой стороны представителем депозитария, в котором хранятся ценные бумаги. И после этого, ребята, вы получаете вот такой сертификат международного образца. В моем случае здесь он на 67 ценных бумаг компании Geek Capital. Число, дата, номер и СИН. То есть все. На данный момент у меня уже 188 ценных бумаг. И стоит заметить, что вместе с договорами и сертификатами компания присылает еще очень интересные литературу для того, чтобы вы могли проводить презентации, интересные журналы, очень красивые книги, очень красочные альбомы для того, чтобы вы развивали этот бизнес. Вот в таком пакете международная служба ТНТ, ребята. Так что на сегодня все. Если вам что-то непонятно, пишите в комментариях к этому видео. Я оставлю свой номер телефона. Если что-то непонятно, звоните Viber, WhatsApp всегда при мне.
Если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими партнерами, потому что это значительно облегчит именно ваш труд, вашу работу в бизнесе Global Intergold. С вами был Олег Кудря, Одесса. Будьте здоровы, живите богато, всем любви и добра. Пока-пока.